Захватывающее сражение лучших команд мира возвращаются. StarLadder TV совместно с iLeague представляет новый сезон Star серии. Вас ждет более 100 бескомпромиссных баталий сильнейших коллективов СНГ, Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Только 12 лучшим командам достанутся путевки на LAN-финал. Решающие сражения пройдут в столице Беларуси на площадке спортивного комплекса «Минск-Арена», готовым принять ни много ни мало 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фонд турнира вырос более чем в 3 раза, до 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Star серии в Dota TV можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене. 12 претендентов, 1 трофей. Смотри трансляции и болей за своих. E-Gaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами по-прежнему Вилат и Каспер, и мы продолжаем смотреть Дотку, продолжаем смотреть Вегу, продолжаем смотреть Ликвид. Да, последняя карта встречи, последняя карта сегодняшнего первого матча игрового дня, еще две игры у нас впереди, две очень горячих игры, потому что Virtus.pro против Альянс будут играть следующими, и это будет тоже важный матч. Ну а вот сейчас 1-1, Team Liquid, Netherlands. Да. Почему Голландия? Я не знаю, почему Голландия. Пустите меня в Голландию. Почему Голландия? Куро, немец, Фата, немец, Джеракс, финн, Майн Контрол, болгарин, Матумбамен, финн. Почему Голландия? Может, это какая-то анаграмма, я не знаю. Там собирается. Я не знаю. Получается Голландия. Я не знаю, да, может быть, это какая-то Голландия. Может, они просто тусят все в Голландии. Там весело. Кшивер ездит. Кшивер ездит, да, там много секси-бамбу и кшивер. Двух людей из Голландии, я знаю. Я, в принципе, тоже. Да. Все остальные старкрафтеры. О, Магнус. Мы привет. Мы вспоминали только в прошлой игре. Магнус, который будет бафать Джиггернаута. И нормальная будет рубка. Ну да, в прошлой игре он мог Урсу бафать, в этой игре будет Джаггера бафать. И, в принципе, у Liquid уже такой мощненький замес выходит. Ну, посмотрим, что еще Вега доберут. Потому что по трем героям пока тяжеловато судить. У них стандартные Shadow Fiend, Ember Spirit и Bane. Но могут жадно выглядеть эти герои в перспективе, если получится опять устроить не самое сладкое начало для них, то Liquid тоже могут задавить там за 20-25 минут, да, Бестмастер появляется. Ну, Бестмастер хорошо. Бестмастер куда? Это сложно? Ну, судя по всему, да. И, судя по всему, как раз вот, чтобы подконтрить того самого Джиггернаута, если вдруг Бейн с этой задачей не справится. Бейну, по большому счету, мы видим, тут тоже ульт сбивать нечем, если уж на то пошло. Вообще ни одного стана нет в игре у Team Liquid, кроме РП. То есть последний герой должен хоть как-то с Бейном справляться, потому что если Liquid не доберут подобного рода персонажа, вот Вингу, кстати, забанили, потому что она и сквозь БКБ пробивает, и, в принципе, со станом встроенным, из большого ренжа достаточно шваркает.
То есть не просто так это появилось. И, опять же, если не будет хорошего стана, то Бейн будет абсолютно безнаказанно первой же кнопкой вырубать какого-нибудь важного героя. А там уже Джиггернаута просто. Да-да, ну... Надо посмотрим. Что-то придумать, сейчас с Ликвидом не придумают. Опять-таки напомним, что для Ликвида эта победа очень важна. Им нужно выигрывать здесь матч. Если они его проиграют, ситуация в группе будет очень сложной. Вега может, в принципе, позволить себе проиграть, тогда, но тогда вся их судьба будет не в их руках. Если Вега проиграет вот эту игру, им надо будет надеяться, что Секреты не проиграют всем по 0-2. Потому что если Секреты всех по 0-2 проиграют, все будет плохо, но... Ох, какой тут герой-то появляется. Свен! Да, Свен. Они решили их просто-напросто за, я не знаю, как это называется, за один удар после Магнуса убить, да? После РПшечки. Ну, в мувиках выглядит очень классно. Просто сплэшом победить решили команду Vega Squadron Liquid. Не, ну, очень интересно, во что это выльется, потому что... Драфт любопытный. Конечно, есть тоже свои уязвимости. То, что там два милишника. Там Бейн Бестмастер с хорошим контролем. Но посмотрим. Опять же, исполнение. Потому что в прошлой игре тоже у нас было много, скажем, бумажных расчетов. Но в итоге исполнением все перечеркнулось. Yes, indeed. Ну и что? Vega Squadron. Пятый, последний пик этой команды. Блин, надо что-то такое совсем жесткое. Что-то совсем жесткое? Да, вот прям... Ну, ты же понимаешь, что саппорт добирает? Не, именно... Тинкер! Именно суппорт совсем жесткий. Какой-то, не знаю, не... Может, Вич-Доктор? Вот, блин, последний пятый бан Баланара, он прям вот... Вич-Доктор серпом просто. Против армора такой себе. Вич-Доктор, да, фигня. Не, он типа норм, но... Да, ну такой. Просто что армор свой дает. Вот если оффлайн Вич-Доктор. А Паришин? Сейчас Паришин появляется. Ну... Окей, палка-хилялка есть, хилдазла есть, как бы хотя бы с этим может справиться Эйдж Топоришин, это уже хорошо. Соло будет на нем играть. А, вообще пик, в принципе, смотрится равный там и там. Никому не отдашь какой-то там прямо вот сейчас предпочтение, типа что вот те там ребята сильнее, те там слабее. Ну, начинается игра, после которой мы можем узнать имя первого участника Минского LAN-финала от Европы, гарантированно первого участника. Вот она, группа Б на ваших экранах. Vega имеет 6 очков, CIS Rejects 3. Ну и пока с нулем Ликвиды и Секрет. Ну, Ликвиды сегодня будут играть как раз таки против Секретов. Кто-то до очки здесь наберет. Ну, Ликвиды уже прямо сейчас могут очки себе заработать. Смотри, уже на группу, первую трешку. 3-3-3-3, четкая группа. Да, там, правда, три матча у OG, и это немного настораживает. Но, что самое интересное, у OG ситуация в этой группе довольно хороша. Серьезно, если Virtus.pro выигрывают у Na'Vi и у Альянс, то OG выходит со второго места с группы. То есть, ну, а что тут нереального? Virtus.pro должны выиграть у Na'Vi и у Альянс, и OG со второго места выходит. Ну там же еще разница по картам. Не, вроде, если просто с любым счетом, если выигрывают, OG проходит дальше. Просто суть в том, что OG обе игры проиграли по 2-1, ну а да, свои они... выиграли 2-0. Вот, я же говорю, то, что... Разница по картам очень важна, поэтому 2-1, OG устроит любые две победы Virtus.pro над Альянс и над Na'Vi, и OG напрямую попадает в Минск, где уже в январе будут играть против лучших команд из Америки, отобравшихся против трех команд из Китая, против Evil Geniuses. На секунду. Ну, напомним вам также, что билеты на Минский LAN-финал, который, вот, мы же сказали, в середине января будет, скоро поступят в продажу. Стоит билет на все дни будет стоить. Да, анонс скоро появится. Вот ближайшие пару дней, сказали, должен появиться нормальный анонс. Нормальным расписанием это по билетам. У нас, кстати, сейчас Сёма будет умирать. Не успел заслепить. И месси его, месси его. Так, главное сейчас всем не поумирать, как на прошлой карте это было. Сёма, кстати, еще уйдет отсюда. Ну да, он с тапком, А внезапно оказался, да. Ну, да. Собственно, да, еще раз по поводу анонса, то, что действительно в ближайшие пару дней появится нормальная новость, где уже будет точно расписано, что происходит, как вы можете купить билеты, где их можно купить, сколько они будут стоить. Ну, вот... стоить они будут не дороже $10 на все дни, где-то приблизительно в районе десятки будет стоить билет. Да-да-да. Так что это, понятное дело, дешево. 9.99. 9.99, да. Как в Dot TV. Тем временем, майн-контрола еще на топе погоняли, отжали его с двумя кабанами от руны, забирает No One руну и забирает Queen of Pain руну, так что, в принципе, все окей. 0-0, никто не сдох до крипов, это удивительно в сегодняшнем матче. Но могли. Могли. У нас, по-моему, и на первой, и на второй карте до крипов был Махач. Да, ну, собственно, что у нас по игрокам-героям? Атумбамен у нас на Джиггернауте, Куру, Свен, Джеракс, Дазл. Воу, стоп. Стой, что?
так сказал, Куро, Свен. Ну да. Ну, это четвертая позиция, Свен, ну, да, все да, дела. Да, да. Куру любите. То есть, если вспомнить, так... хотя бы последних три дня, вчера он играл на суппорт Лишаке, на суппорт Квапе и еще на ком-то. Сегодня вот суппорт Никс был, суппорт Свен. Ну, вот видишь, есть... они тестят эту четвертую формящую позицию неплохую и берут на эту роль очень тяжелых таких героев, очень да, жадных. Да, да, вот вспомнил. Вчера был у него Лишак, Дум и Квапа. Сегодня был Никс, и вот сейчас Свен. Ну да, интересно играет Ликвид в этом плане. Ну, то есть они уже не первый раз это тестят, и вот, наверное, они та команда, которая тестят эту схему больше остальных. Остальные пока придерживаются схемы 2 кора и 3, там, скажем, да, суппорта, если на то пошло, там, оффлейнер, инициатор. А тут несколько иная система. Да, 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 тут предпочитает вот так вот играть. Ну и не закончил тут по Ликвидам. Да-да-да, так вот, у нас там еще остается Фата в миде на Queen of Pain и, естественно, Mind Control на топе на Магнусевиче. Да, против мага стоит, по сути, Mind Control. Маг играет на Бестмастере, с кабаном тут Mind Control пытается гонять. А в миде, конечно же, No One на SF, ну и трипла в легкой линии. Соло, который делает здесь пул и играет на Support Engine Топорешине. Второй суппорт это Сима The Slayer, играет он на Бэйне. И Кэри, Пашу зарезали. Жив еще? Нет, да, задунайл его Бэйн. Ну, очень-очень опасно. Доигрались почти парни из Вега, могли отдать фирстблад. Суть в том, что время потеряно много, Степай придет сюда Паше возвращаться, и это плохо, да. Заденайли, денег не дали соперников, оба не произошло, но все равно это не весело. И, по-моему, здесь у триплы команды Вега Сквадрон могут быть проблемы. Против Свена, против Дазла, против Джиггернаута, Апаришин, хотя... Джеракс, ну Джеракс тут приплыл. Да, да. Джеракс с хилом, без Грейва. Если бы был Грейв и потянул немного времени, то там потянулся бы уже Свен с руны, а Свен с дабл дэмэджем. Понятно, как бы... А, с дабл дэмэджем, да. С дабл дэмэджем, да. Мог бы, конечно, серьезно тут дров наломать. Вот мы видим, сейчас тут Нунчик стоит, и Куру уже на него попинговал. Намекает Квапе о том, что можно сюда прыгнуть и попытаться его убить. И Квапа прыгает, и они пытаются его убить. Сразу же есть телепорт от Бэйна. Что, еще одна попытка как-то заденает? Слепит Свена и правильно делает. Слепил бы No One, а там был бы крик потом. А крика не было бы от Фаты, сорян. Ну там лыва еще маленькие. Ой-ой-ой. Куро, да, закончилось. Кстати, Сима готов драться, потому что Сима понимает, что дэмэджа у него-то с руки-то хватает. Мне так нравится его называть Сима. Сима? Ну, Сима. Я думаю, что когда он узнает, ему не особо понравится. Сима. Сима. The Slayer. Недавно НС писал пост о том, какие самые плохие никнеймы, по его мнению, в Доте. Не, Сёма туда не попал. Туда попал... Ну, там были веселые ребята. Там был Сталианер. На втором месте. На втором месте, да. На первом месте. Не помню уже, кто был. На третьем месте какой-то... Комментатор. Да, то ли стример, то ли комментатор. Комментатор, который из Dota 2 Net, по-моему. Пригорело Dota 2 Net. Вот, пригорело Dota 2 Net. Да-да-да. Мне тоже нравится этот никнейм. Ник топовый. Но ему тоже Дред намекнул, то что ночной снайпер тоже ник интересный. Не из лучших, да? Да-да-да. Там, ну, да. Еще ночной снайпер, люди-то не понимают. Это группа Дианы Арбениной, ночные снайперы, как бы на секундочку. Может быть, он просто любитель музыки и скрывает это от всех. Маг тем временем заковырял кабаном Магнуса в соло, и после того, как тот потратил скьюер. Слушай, я неплохо. Андрей, Маг. Ну чипинка. Да, значит, загулял малость Магнус. Ну, раз такая вот произошла незадача. Ну, просто довольно странно, да, потому что, сори, на нижней руне там опять Сима, у Симы проблема. Сейчас пойдет крутиться Матумба Мэн. Ой-ой, больно очень Сёме. Ну, и тут, наверное, он уже никуда не уйдет, отъедается на Матумба Мэна. Ничего не сделает, да. Стики еще провязал. Ну, понятное дело, что стики не грейджены и не особо ему, особо жизни не добавляют. Да, так, и пока у нас 2-1. Вега вроде пока еще впереди. По линиям мы видим то, что с переменным успехом все фармят. Меньше всех пока фармит у нас, как мы видим, Паша, которому очень сильно по голове сейчас достается. Боже, как же четко здесь действует просто Джерак своей иллюзией. Это очень круто сейчас выглядело. Куро догонял, собственно, соло. Там Джерак с иллюзией стопил. Ну, Тяжка, офигенная! Паша попрыгал, Куро засейвили. Проблемы огромные у Паши. Паша в таверну, соло битый. И Свана все-таки забрали. А вот Сима не хочет еще подраться с Матумба Мэном? Не, ну он как раз хочет. Матумба Мэн не особо горит желанием. Ну, вот Матумба Мэна скоро появится Омни Слэш. И вот тогда он будет только рад повоевать. Тет-а-тет. Все нормально. Топ-1 по крипстату. Маг на топе.
Ну, по нетворсу пока топ-1. Да, вот выигрывает он линию, выигрывает свою линию также No One, причем выигрывает довольно серьезно. Он никуда не бегал, в то время как Квапа куда-то там смещалась и пыталась что-то придумывать. Поэтому, собственно, такой вот чувствительный разрыв между ними имеется. Плюс для No One, опять-таки, есть же лес, и лес настаканный, как всегда. Там Джаггер время... опять убивает Пашу. Да. При этом слипом подсейвил Сёма только что Матумбамена. Да, потому что отчинов. Его взял, но должен умирать здесь Матумбамен все-таки. Ну там в кулдаунах были все под хил. Бежать, а тут бежать Сима! Стан залетает слишком далеко. Первого левела стан. Да, слишком слабый станчик. Но зато сейчас... 100 дэмэджа. Ну еще и мы понимаем, что это не совсем 100 дэмэджа. Это 75. Так и есть. Ну там совсем мало. Совсем мало. Да, понятное дело, что для Симы это не проблема. Ну, вот Бэйн этим и хорош, то, что он жирный. Опять же, вот смотрим, 739 хп. У него веточка одна только здоровица имеется. Башни сил света на нижней линии атакуют. Продолжает всем Сима, боже, пу, блин! Сёма! Сима. Сёма! 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 Сима! Сёма! Сёма, всё, соберись. Эти просто никнеймы команды Vega Squadron меня убивают. Я Паша хорошо играю, Сима, No One Noon. Хорошо, что хоть соло нельзя. Ну, соло вообще исковеркать тяжело. И Мак тоже. Не, подожди, у соло изначально был другой ник. Какой именно? Подожди, у него был другой ник у соло. Как же у него был ник? Я не помню, что он был. Был. Не, соло это же сокращенно. Сначала а, типа соло лайн абьюз вот это? Да, соло лайн абьюз. У него был соло лайн абьюз. Да не, это да? Такое себе. Ну, в смысле, соло лайн абьюз, это был нормальный никнейм, что ты? Такой себе. У Мага был тоже никнейм сначала другой. Он просил вообще не упоминать этот ник больше в жизни никогда. Да, но у Мага еще на меня сердится, во времена Лана в компьютерном клубе Матрица был другой никнейм. А в очередной раз убили тем временем, убил Матумбамен. Ну да, там Сумни Слэшер просто прыгнул на No One. No One-чика и сбрил его. Так, что там у нас Фата? Фата себе ботл принес. За хилечку еще небольшой одназлика. И Солыча могут тоже тут найти, между прочим. Ну, соло стоит на хайграунде, понимаешь, что что-то здесь не так. Фата поорал на соло. Третий левел крик. Соло говорит, нет, я под тавер. Третий левел соло, тоже особо не помощник. А, пока нигде. Так, тут маны немного залили Джиггернаута на случай, если вдруг понадобится помощь. Да, тут понимаешь, что есть отводы для СФ. Они не видят тут Квапу, Джеракс. Ой-ой-ой, вы видели, да? Что происходит-то? Под, ну, соло происходит примерно то же, хотя... Не, Сёма жив. Сейчас будет еще один от врыв, будет еще от помощи, наверное, от Сёмы. Ну, хорошо, там Макс топа подтянулся, накричал на Фату, не дал ему никуда прыгнуть. Я просто поразился бешеному дэмэджу, который под Ice Vortex заходит, как бы плюс 20% макдэмэджа, и там одного, собственно, Кайла No One, и хватило... Не, ну там брейнсап еще был. А, еще брейнсап. Да, ну, там... брейнсап пьюр, брейнсап не увеличивается. Там сёрмнуло неплохо. Ну, вообще, там, да, там Дазла, конечно, нормально высосали. Бедняжка вообще ничего не успела сделать. Закончился просто. 6-4 Вега ведут, и Мага мы увидели первое подключение в игре, второй фраг у Мага, и у Мага есть уже первая некрокнижка. И первая некрокнижка на 9-й минуте, это очень хорошо. Не, Маг хорошо себя чувствует, то есть в плане денег, такой вот быстрый некробук, он вообще тут очень замечательно смотрится, то есть ты просто вызываешь некрочей, на какого-нибудь Магнуса жмакнул, и пусть он там пытается въехать, влететь, прыгнуть, что угодно сделать. Пашу, кстати, убили внизу. Тоже очень быстро, даже и стана не выпустили. Ничего не успел сделать там Ember Spirit. Ну это плохо. Плохо. Опять-таки, у нас вторая игра с Ember Spirit там сегодня в исполнении Веги. И в одной, и во второй. У нас проблемные Ember Spirit. И там у нас No One избивали на первой карте, но остальная команда справилась, да, потому что Паша был на Луне. Ну, здесь сейчас очередь Паши. Маг! Продолжает. Опять убивает, да, Магнуса. Ну, вот только что было видно, что он там сделал. Он просто бегает перед ним. Кабан бьет, он бьет. Магнус пытается уехать. В итоге забирает мага с собой. Магу только и нужно, чтобы. Еще пару ударов там с рученьки нанести. В это время Ликвид забирает вышку внизу. Да, падает тавер. Матумбамен еще одну вышку в актив себе заносит. У Матумбамена фейзит 1100 голды. Аквила, Orb of Venom. То есть, в принципе, запак. Джиггернаут сильный. Джиггернаут сейчас пока достаточно сильный. Посмотрим, правда, как дальше они будут. На топе идти, много людей. Телепорт. Есть Рор у Мага, есть Некра уже у Мага, есть Кабан здесь. Но тут Матумбамен и Кура, и Майнд-контроллер решили Вега, что пока драться не стоит. А вот идет сюда No One. Сейчас будет битва, будет драка. Если с СФ найдут. Кстати. Драка. Еще у Бейна. А, у Бейна нет ультимейта, сори.
У Бэйна ультимейта нету. Был бы Бэйн с ультом, был бы намного круче. Наверное, сейчас так тут смоук. На смоук на всех, кроме Нувана. Пошел на всех чилинг тач. Матумбамена надо чем-то цеплять. Маг не достает Роурам сейчас, просто не достает. Достал. Достал. Уже очень далеко. Но он немножко поспешил. Да, да, и магу надо уходить отсюда. Но в итоге ее не крачи можно забрать. Лишние денежки. Бам. Сатенчик. Да, лишние деньги не мешают. Но и тут Вега понял, что ганг не удался. Надо улетать в мид. В миде будет ли... Да, пакет на голову одному. Финсгрип через 3 секунды. Фата. Иди сюда, говорит Сема. Да ладно, он уже поднял руки, чтобы цеплять Фату. Но не вышло. Не вышло. В итоге там захила Дазл был достаточно жесткий. И много здоровья потеряли Бэйн с Сефом. Там на тебе опять какое-то булкомятие происходит непонятное. И вроде как не хотят нападать Вега, вроде как не крачи. Вега очень даже хотят, потому что без маны абсолютно Магнус, он тут совершенно бесполезный. В данный момент Кабан бьет Магнуса, Магнус есть мана на шоквейв, на РП маны нету, отгоняет его Кабан подальше. Маг сбили МТП, и Маг погибает. Нет, ну, а нет, умер. Ну, непонятно, абсолютно непонятно, что сделали. То есть с первого раза не получилось подраться, почему-то решили остаться. Тут Соло вот еще загонят сейчас. Ну да, Соло там погибает. Не должен уходить никак. Шестой левел так Соло и не взял. Пах-пах-пах. Да, и нужно опасаться Веги вот таких моментов, потому что чем дальше они будут затягивать игру в лейт, тем опаснее будет Свен с этим Джиггернаутом. Потому что там два блинка каждому из вот этих вот братьев, и все. Ну да. В смысле, по одному блинку каждому. И они просто влетают, залетает какую-нибудь Абиссу условно от Джиггернаут. Ну, я говорю, речь идет о совсем лейте, да, до которого в теории хотели бы дотянуть Вега, потому что у них есть имбирспирит с вот этими рапиросами. Джиггернаут прыгает с Абиссалом, Свен прыгает с Абиссалом, бам-бам, минус два героя сразу. Все. Причем это любые два героя. Там, конечно, есть Бестмастер с Бэйном на подконтроль, типа. Но ведь могут и сами Бестмастер с Бэйном тоже встретить в некоторых эпизодах. Хотя помню то, что происходило на прошлой игре, в прошлой игре в Веге. Там вообще мрак был полный с этими смертями под рампой. Там, да, там действительно встревали не там, где надо, и как-то слишком много и слишком часто. Но здесь пока такого нету. Здесь, кстати, встреют и те равномерно. То есть нет такого, что встревал кто-то один. Да, но, тем не менее, Liquid начинают вести по деньгам уже 4000 золота. Это уже показательно, то, что Вега где-то ошиблись и начинают проседать. У Свена появляется урна, Баклер у него тоже есть. Такой серьезный защитник Свен, причем мы видим, что это не фармящий Свен, это Свен с четвертым Варкраем. Варкрай 25 маны стоит, просто феноменальный монокост. Шикарный спел. Да, 20 армора за 25 маны. Причем не только себе. Да, не только себе, а всю толпу. То есть это 100 армора фактически. Фактически, да. Соло, 6 левел получил. Хорошо, будут теперь айсбласты. Давят ликвиды. Пытается найти кого-то Фата. Фата в битрафе. Могут Сему найти. Кажется, знают, где его. Нет, не видят. Вот теперь увидели. Да. Ульт аппарата Сема хорошо заманивает. Очень хорошо заманивает. Квапа утонула. Сема по-прежнему жив. Ульт попал по квапе. Фате очень больно бежит она на Варкрае. Но у него есть реген, поэтому сейчас нажмет эту бутылочку, и все будет опять хорошо. Там СФ опять видели в центре. Попытаются, возможно, сейчас напасть на Шадуфинда. Но вот СФ не такой плотненький, хотя у него есть мека. Ему тоже дать. Как времени. Же все хреново у Паши на Эмбере. Я просто смотрю, боже, на 7-м месте по нетворцу. У него хуже, чем у 4-й позиции Свена идут дела. И ну, Паша да, здесь... Да, метелят, конечно. Надежда тут в этой игре у Веги явно не на Пашу. Что-то сегодня барахлит Эмбер Спирит, но с другой стороны, винрейт у Эмбер Спирита все равно остается отличный, потому что No One хоть и барахлил, но свою игру выиграл на Эмбере и еще увеличил свой винрейт. Да, но не знаю, Веги, я думаю, от этого сейчас не легче, потому что нужно выиграть конкретную игру, игру прямо сейчас, а с этим явно трудности. Все не так просто. Что-то такое, ну выиграть там, можно ничего страшного. Можно и проиграть. А потом секреты два раза по 2-0 проиграют, и Вега такая, опа. Сорян. Сорян. Проиграли случайно. Ну просто очень будет плохо для Веги, потому что, напомним, если Вега сейчас проиграет, а потом внезапно секреты 2 уйдут, Джеракт просто умер. Это выглядело настолько... Это такой байт был царский. Типа, я побежал, а пацаны вообще
непонятно где. Не, может быть, он рассчитывал на какой-то телепорт под его грейв, но Бейн стал совсем для него неожиданностью. В хайлайтах можно посмотреть, причем в ДТВ даже в хайлайтах это есть, самое интересное. А в, как его, вчера Куро на саппорт-клапе точно на той же позиции стоит вот так вот один герой, бьет тавер. А вот здесь стоит в тумане войны 4 у Веги. Вот так вот, 4 стоят, ровно в линеечку. Куро на саппорт-клапе. Кура просто прыгает на спортклубе сюда, такой в толпу, опа, видит пятерых и просто погибает за 0,2 секунды. Пацаны, я байтанул. Там на топе убили Магнуса, тем временем Фата запрятался, Фата здесь не поймать. Маг птичку не туда отправил, туда было бы все хорошо. У Мага, кстати, третья игра, будут до 20 минуты с ДД, но у вас, вы сами понимаете, что Маг пока в этой игре очень хорошо все делает. Да, пока Вега все хорошо делают, единственная проблема то, что Эмбер Спирит, на которого, я думаю, Матумба не самый Мэн. Последний расчет. Матумба Мэн, заслипали его, и Фата со спины нападает. А Фата убить, со счет ульта Бейна нет. Нет ульта Бейна просто. Успел отпрыгнуть, да, вообще ни у Бестмастера, ни у Бейна нет ультов. Что поэтому... идет Матумба Мэн так медленно, но идет. Он хочет драться. Он хочет драться, Вега не особо хочет драться, хотя Вега сейчас сгруппировались, у Веги все хорошо. У них реально скоро откулдаунится и ульт Бейна, и ульта Бестмастера, так что держать на месте будет чем, будет кем. А, ну и можно было бы подраться, но не пока решились. Внизу Магнус себе на Блинкдаггер хочет дофармить, там 1500 у него денег. Еще немножко, еще совсем немножко ему нужно. Да, Mind Control трижды умирал в этой игре, дважды в соло от соло, не, один раз в соло от мага, один раз там соло его вместе с магом убивали. Нельзя так много умирать, потому что мы понимаем, что даггер оттягивается и оттягивается, а здесь Mind Control опять-таки один из главных действий, одно из главных действующих лиц в этом матче. Поэтому понятно. Да, Кура тоже молотками фармит, ну да, там оканчики сейчас подойдут, они уже подошли. Так, СФ 7800. СФ, конечно, такой грозный дядька. Мека Яша. Ну, фармит он уже очень хорошо, естественно. Его нетворс говорит сам за себя. А Джиггернаут что у нас выходит? Джиггернаут тоже выходит в Battle Fury. То есть решили действительно с флешом полностью поубивать. С Вентом рано или поздно левел себе будет добирать и придется качать уже клиф. Джиггернаут погиб. Поймал его, защекотал просто-напросто Сёма. Тут проблемы могут быть у Ноуана. Есть ветра, ульт аппарата в Матумба Мэна и в Куроке очень хороший. Матумба Мэн просто удаляет из доты товарища Джиггернаута. Куро должен тоже погибать. Там еще и догнали майн-контрола. И это минус 4. Ноуан, трипл килл. Косяк, я тебе скажу, от кого? От Свена, который не разбудил Джиггернаута. Потому что Джиггернаут из-за этого стрелял под ульт аппарата и из-за этого, в принципе, умер. Да, потому что СФ бы он убил. Он бы просто прыгнул на него с умнислэша, со второго уровня умнислэша, и убил бы СФ совершенно спокойно. А в итоге получилось то, что все погибли, и в итоге этот Свен там остался один между там трех или четырех пацанов. Да, и Вега забирает Рошана, все очень хорошо, у Мага есть деньги на Некро 3, СФ зарабатывает прям миллион бабла, и по графикам Вега внезапно выходит вперед. Ну ты посмотри, когда последний фраг сделали ликвиды, это была 11-я минута. Да, и после и этого есть. Просто Вега. Это на песню похоже. Да-да-да. У кого там Snoop Dogg вроде было? Не помню. Вигл. Блин, зачем ты напомнил эту мелодию? Она тогда просто зависала. Она реально в мозг заседает. Да, да, на целый день. И потом ходишь на целый день. Да, Некро 3 у мага и 11 левел. Дальше, наверное, нужно добрать блинка. Потом уже можно покупать какие-то там тапок. Можно гридануть в какие-то тревела. И еще что-то такое можно сделать. Потому что летать на своего ястреба — это всегда хорошо и весело. Паша с ПТ с барабанами, вот такое. Ну, Паша там вообще своя дота пока идет. Паша бедный там мучается. Выбирается со дна. Но, к слову, вот о Паше, он весьма успешно пока выбирается, потому что про него немного забыли за последнее время. И... с седьмого места на пятый вышел. Да, он уже продвигается потихоньку в этом хит-параде. Хит-парад. Ну, хит-парад лучших фермеров. У меня он называется так. Нормальный хит-парад. Нам нужна только ведущая, какая-то такая пафосная, типа, не знаю, Полины Лагуновой. И сегодня на первом месте у нас кто? Правильно, Ноуан. Молодой дрова не Вегис, подро. Да. Блин, давно я не смотрел телевизор с этими
MTV вот этими каналами. Не-не-не, вообще. Это мусор, который людям голову впихивает. Надо бы посмотреть где-то. Как там сейчас парады выглядят? Блин, я вот недавно видел какую-то странную рекламу по телеку. Я чуть хотел даже твитнуть по поводу этой странной рекламы, но... Случайно не там, где женщина попой трусит, нет? Не-не-не. Есть вот на Курицком телевидении недавно абсолютно глупейшая реклама, которая... Ну, которую сделали действительно хорошее рекламное агентство. Там, где стоит барышня в вечернем платье таком, культурная барышня, и начинает тверкать просто, знаешь, задницу. Ну, да, да, просто да. Посреди комнаты. Причем она такая, знаешь, ну, пафосная вся барышня. Тверкает, потом просто подходит к стене, становится на руки, ноги на стенку, то есть вверх ногами, и продолжает тверкать. Падает, завалит, короче, новогоднюю елку, просто какой-то полный дурдом начинается. И поверх этого всего просто реклама магазина одежды, и все. Ну, сразу видно, ребята нормально подошли к решению. Но я запомнил эту рекламу, я увидел, блин, вот это рвань. Это значит, что реклама хорошая. Если ты ее запомнил, реклама удалась. То есть, что рекламировали? Ну, я вообще люблю смотреть разные фестивали рекламы. Я люблю смотреть Супербол. Вот, ну вот, ну это из этого же разряда, в принципе, потому что там действительно, там самые шедевральные ролики собраны, и там есть на что посмотреть. Да, когда ты платишь за 30 секунд эфирного времени там 4 миллиона долларов, надо постараться, чтобы твой рекламный ролик был действительно запоминающимся. И люди там... Ну там, там топовые видосы. Ночь пожирателей рекламы, можете там скачать, они везде доступны, их много этих происходит ночей в России, в Украине и так далее. Там действительно великолепные вещи. Это вам надо побольше... Хотя была у нас крутая когда-то реклама, но сейчас вот пока драки нет, можно рассказать. Тетя Ася? Нет, тетя Ася — это фигня. Не, я имею в виду уже киберспортивную рекламу. Сейчас драка пойдет, потом продолжим про рекламу. Фата видит Пашу, Паша ветра, Паша должен сейчас улететь. Паша может сейчас совсем улететь. Нет, Паша нормально. Матумба... Ой, хорошо. Правда, одного мага и двух некрономиконов стянули. Матумбамен улетел в свой ультимейт. Хорошо ультанул даже Пата, но он умер. Ну и Матумбамен здесь ничего не может сделать. Что-то Матумбамен, тут пацаны спит. Вообще непонятно, что сделали. Кура просто спит. Абсолютно непонятная драка. Просто непонятнейшая драка. Причем со всех возможных ракурсов она была непонятная. Я вообще не понимаю, как так получилось. Не, понимаешь, просто из-за того, что у Веги тупо герои сильнее, они, в принципе, и выиграли. Просто, потому что они тоже всем все промахнулись. Нуван даже Меку не юзнул. Ну да. Зачем? Если ну, все в смысле? Живы. 5 на 5. Все живы. Зачем нажимать Меку? Вообще да. Так вот ты там рассказывал. Да, реклама. Если ты помнишь, мы когда-то с тобой ездили в Польшу, славный город Тыхий, комментировали туда ESL. И там была реклама Raid Call, которая была озвучена на русский язык. Где три девушки, типа, воевали в стрелялке, типа, и общались друг с другом на русском языке. Но реклама была снята на английском языке и на русский озвучена. Боже. И она была озвучена настолько ужасно! Это было вот... я знаю, много нас людей смотрит, и вы точно сможете найти ту рекламу на русском языке. Скиньте, пожалуйста, в Твиттер, я ретвитну, чтобы вы поняли, что... что называется примером самой худшей рекламы в истории киберспорта. Вот это я никогда не забуду. Там очень-очень качественный рекламный ролик. Скиньте нам, пожалуйста. Я думаю, вы найдете его легко где-то на Тютубе. Да, тут пока мы разбирались с рекламами... Ну, выиграли Вега игру. Вега, в принципе, да, почти выиграли игру. И пока они ее еще не выиграли формально, но верхнюю сторону они уже забрали вполне себе официальненько. Ну, не знаю, мы смотрели драку, в которой ликвиды вкастовали абсолютно все. Это было и РП, это был и ульт Квапы, причем хороший. Ну, ульт Квапы был хороший, РП было мерзкое, ульт Джиггернаута тоже отвратительный. И в итоге... Не, что, ульт Джиггернаута был хорошим, по всем попрыгал, по всем по одному удару, нормально. Не, ну, обычно наоборот нужно. Надо, чтобы Магнус дал во всех, а Джиггернаут в одного, а не наоборот. Ну, если происходит наоборот, это проблема. Плохо, да, это, наверное, что-то не так. Ну, в общем, сейчас Вега уже доказали, что они в драке намного сильнее. И даже Паша, который 0-4, у которого очень плохо все было, по-прежнему он идет на пятом месте по нетворсу, но в драке он уже был очень полезен. Невероятно полезен, связывал, и дэмэдж огромный носил. Ну, а No One, и маг, это понятно, маг. Блин, купил 1600, дальше Тревела, наверное, будет добирать, либо, я даже не знаю, что там, что угодно можешь себе добирать. Что там на Бестмастерах покупать? Solar Crest есть? На Бестмастерах? Нет, Solar Crest. Ну, Аганим можно купить. Кого? На Бестмастере Аганим покупают тоже иногда. Аганим хороший, да, действительно. Это... Ой, дабл дэмэдж на топе. Забирает его сейчас кто-то из Liquid. Liquid, куда они вообще пошли? Они вообще видят, где враг? Да я не знаю, что они там делают. Да, они видят, где враг, и не понимают, что они там делают. Они же понимают, что им сейчас на Т3 зайдут. Я же думаю, они осознают это. Да, должны осознавать. Но Вега не пойдут. Тьмы на нижней линии разрушена.
А ну, что они не пойдут? Ну, не знаю, башня тьмы на нижней линии разрушена, надо бы... Башня сил тьмы на нижней линии. Сил тьмы, прошу прощения. Огонь появляется у Queen of Pain. Но вышка уже горит. Топ, конечно, отпушен, но тут все горит. Там заходят с фланга, да? Ну, это last chance, по-моему. Это last chance battle, все зависит от майн-контрола, майн-контрол. И как он ворвется. Я включу, посмотрю, как... Ну, Вега все видит, лол. Вега уже давно все видит. Вот так вот. Магнус, двоих, качественно. О, что как это была за плюха? Джиггернаут со сплэшом просто вырубил двоих. Слушай, это минус 3 и Ликвид. И Ликвид. Очень хорошо все сделали. Вот какая должна быть драка. Кстати, у Нувана тут тоже огромные проблемы. Он может умереть, но Нуван раскатывается Джирак, засейвил себя. Соло здесь спалился. И Соло тоже умрет. И это полное вытирание команды с пяти мужчин должно быть, да? Ну, тут пока, да, серьезное вытирание. Причем, действительно, вытирание. Пришел просто Джиггернаут с этим эмпауром и распополамил. Джаггер выдал 3500 урона. СФ, конечно, 5200 настрелял. Вот это тоже достойно отдельного всю внимания. Всю драку месил просто. Ну, да, он там действительно месил весь... Но Т3 бараки почти упали. Зависть. То есть даже то, что Ликвиды сейчас заработали огромное количество денег, не особо сильно им поможет. Потому что, опять-таки, Ликвиды выдают вот этот демедж. Такие драки только в случае идеального исполнения. То есть идеальный РП, идеальный ульт квапы и туда Джиггернаут. Было исполнение, скажем, средненько. Идеально это если там хотя бы уже 3 человека и больше попадает. Сейчас попало 2 и их просто не ощутили. Если точно так же Магнус ворвется еще раз в 2, причем по большому счету, ну, по барабану в кого именно, то тут совсем будет Габелла Веги. Как бы это странно ни звучало, почему вообще... Да не, не будет, не почему будет. Я люблю вообще пики с героями типа Магнуса и Энигмы Войда? Что они могут перевернуть. Да, потому что они очень крутые именно в плане изменения хода игры. Ты можешь просто одной кнопкой, чисто случайно или не случайно, можно даже на скилле попробовать, дать РП в большое количество людей. Ну, некоторые, я понимаю, случайно. Вот я вчера смотрел Мизери, и Мизери... Даже случайно не хотел кнопку нажимать. В Мизери часто происходят игры, когда он случайно пытается, и у него не получается. Точнее, не пытается. Он вообще ни одного РП за игру не дал и проиграл. Бывает. Нафига брать Магнуса? Ну, типа, эмпауэр пораздавать? Ок, так не качай ульт, качай плюсы, больше толку. Команда хотя бы на тебя рассчитывать не будет тогда. Соло. Уже стоит на той линии, по которой нужно идти Веге. Вега понимает, да, что мы потеряли сейчас 12 тысяч, осталось 6 преимуществ. Экспу вообще всю проиграли. Но по-прежнему сильнее Вега, по-прежнему сильнее СФ. И по-прежнему нужно идти давить. Паша уже, кстати, до Battle Fury почти добрался. То есть даже план Б есть у Веги. Что? Ну, действительно, план Б, что-то. Такой, знаешь, это прям совсем затяжной план Б. 28-й, да нет, нормальный план Б. Это он иллюзию Джиггернаута еле победил только что. Какой это план Б? Окей, С, это план С. Это прям план, действительно, то есть если у Бестмастера будут дела идти плохо, то тогда придется воевать уже Эмбер Спириту, потому что пока даже Бестмастер его на 3000 обгоняет. Не, маг, конечно, красавчик в этой игре. 5-2-4, есть Блинк, Некро 3 давно уже есть, есть Владмирс, прям вот все очень хорошо у мага. Драшан появился. Да, и надо его быстренько забрать. 2 жизни Ноуана, есть у него Сатаник, 2 раза его убить будет архи сложно просто. Опять же, все зависит от обстоятельств. Если будет хороший реверс полярити, нет ничего невозможного. Там, кстати, сейчас будут убивать Пашу. Ну, если будет реверс полярити, его один раз убьют, а второй? Так, убьют всю его команду, возможно, это за плохо. Это реверс полярити. Это плохо, да. Паша насобирал себе на Battle Fury. И теперь будет Battle Fury. Есть еще и Гида. Да. И Гида у Ноуана, Паша с Battle Fury сейчас прилетит, но я думаю, надо пытаться еще раз добить эти бараки. Бараки здесь битые, мы видим ранжевой. Красавчики, нужный барак били, но не добили. Тот, короче, тоже был битый немножечко. Mm-hmm. Не, ну, в любом случае, сейчас не особо много ресурсов нужно для того, чтобы донести сторону. Слушай, почему, когда я нажимаю Shift-Tab, у меня здесь друзья, News и гайд, у меня первый гайд — это как приготовить борщ. А это топовый гайд, кстати. Да? Да, я, это, знаю, это... я его читал, но просто почему он здесь делает? Ладно, тут барак тем временем бьют. Хорошо, Магнус увел одного Ноуана. Ноуану далеко, и ему там, в принципе, пофиг. Плохо, что на тот момент так рано завязал свою палку. Падает второй барак. Без боя пока. Барак заберут, и надо, наверное, уйти. Надо уйти. Надо тут же уходить. Ух, там Некрономикона поломал. Зачем СФ? Зачем СФ ультует? Непонятно. Прогоняет. Возможно, будут просто убегать сейчас. Подняли Ноуана. Пытается его догнать. Ну, и просто на отход, на браво, отход. Браво. Пытаются убежать Вега. Ну, блестяще отыграно Вегой. Да, хорошо, забрали вторую сторону. Ну, а Ликвид неплохо сыграно.
Замечательно. Ну, постояли, посмотрели. Желаю вам удачи теперь в защите вашей центральной линии. Последняя сторона, две будут пушиться постоянно, и это, конечно, жутко неприятно. Да, причем, если Вега не глупые, они сделают так, чтобы эти линии постоянно были подпушены, и чтобы постоянно Liquid были вынуждены отступать куда-то и постоянно отпушивать, соответственно, отвлекаться от центра. А центр в это время можно ломать, там, благодаря некрочам и прочим прелестям осадного боя. Что же, Team Liquid. Team Liquid, которым отобраться на этот лан архи важно. Team Liquid, для которых возможностей попасть в пул команд. Так, ну давайте посмотрим на Сёму. Сёма, как же сейвит его, и Сёма выживает. Возможности попасть в пул команд, которые могут пригласить на мейджор, их очень мало. У них вот осталась квалификация на StarLadder и саммит. Все. То есть это всего две возможности. Уже мы же знаем, что к Новому году уже будет известна команда, которые получили прямой инвайт на мажор. И вот очень хочется, конечно, Ликвидам хотя бы подарочек такой рассчитывать на это, но очень тяжело. Боже, Матубамен, как больно. Пол там бисмастер с фланга. Ну и надо убить Джеракс очень быстро, потому что он нереально будет мешать. Грейт развесил на себя. Магнус ультанул в одного ноуана. Ну и все, ГГ. Ну да, все, по-моему, закончились. Минус Магнус. Пытается уйти Куро. Дазл закончился, Куро тоже. Ну вот Вега на прошлой карте так же делали, то есть умирали при снесенных там сторонах. Ну да. До хайграунда. Ну, кстати, слушай, забрали двух саппортов ребята из Liquid, так что более-менее еще. Да. Мы здравим, но там вокруг героя еще дерутся. И дерутся с Пашей. И Пашу, кстати, могут убить. Ну, почти убили. Но One, у которого две жизни по-прежнему. Но One выживает. Да, там на топе уже крипы ломают Т4. Тут ломается центр, это будут мега-крипы. Кстати, у мага сейчас будет... А, нет, не будет. Там у Магнуса, даже если он появится через 20 секунд, в любом случае еще будет минута кулдауна на реверс полярите. Почти минута. Да, и Нуан с мотостайлом ломает Т3. Последний дебзаизм прыгает Матумбамен, пытается бить Нуан. Нуан просто пофиг. Нуан тут дерется просто до конца, чтобы гиду потратить, нести максимальный дэмэдж. Так он и сделал. А вот сейчас будет команда помогать. У мага 10 секунд до ультимейта. Нуан. Но One... Не, ну кстати, он поймал здоровенную плюху, да, и он почти умер. Он умер. Как-то непонятно сыграли сейчас Вега Сквадрон, если честно. Ну там вот Apparition только-только свою ульт сюда закидывает. Ой, какой ульт аппарат, да. Прям в никуда. Прям в никуда. Такой большой казался, а оказался таким маленьким. Паша пока бегает. Магнус говорит, я знаю, куда ты будешь ныкаться. Сразу же слип. Ну и Пашу могут убить. Ну там его уже ждут, да, и Квапа его тут... Ой, хорошо, наорал маг, будут ли некрономиконы, нету некрономиконов, но есть кабан, почти убил Фату. Крипы идут, убивайте, посмотри. Бежать, Фата, бежать, прыгать, Некра, подел ветра, Магнус прыгнул, не попал ни по кому, тут Некра, сейчас маг тут может поубивать вообще всех, если захочет. Ну, кстати, можно на Джеракса Некрачей натравить и все, и убить его, да, так и есть. Побежал маг дальше, он опасный. 5 секунд до РП, кстати. Ульты аппарата просто феноменальные, смотри куда. Я вижу, он там... Сларка, в статую Сларка. Давай, Cancer Stage of Rape. Это, как это называют, подавление огнем. Вот. Да. Как-то так вроде бы звучит. Опа, диффуза. Ты понял. 200 голды. Дай. Ты понял, задефузить некрономикон, но это сильно. Так, еще этого можно было задефузить. Как увернулся, и как за Омни слэшил. Неплохо, кстати. А Викицик у Матумбамена 10-3-3. Ну, такой вот Матумбамен. Два голых барака у Liquid и... Потому что он еще сейчас одного идет убивать. Ну, молодец, правильно делает. Соло тоже должен отправиться в таверну, так оно и есть. И Тепаут еще сделает отсюда Матумбамен. Ничего ему с Пашек... А, Паша все-таки не помогло. Да. Сорян, Матумбамен. Да, 658 голды за него получает. Вернее, 1020 за него голды получает, да. Паша говорит, слушайте, а я-то Эмбер Спирит, у меня-то Метал Фьюри и Кристаллис, на секундочку. Я-то сильный. Говорит, я, возможно, даже догоню график к концу игры. На четвертое место в хит-параде выйду, может быть. Да. Ну что, последние бараки, нету глифа. И тут кабаны, иллюзии и все остальное пытается месить рыжевой барак. Ну, вот этот весь спам сейчас будет просто отправляться на базу. Там через секунду будут некрачи у мага. Вот он их сразу же вызывает. И точно так же будет отправлять на бараки. Ну, попал, утонуло неплохо довольно. Один некрономикон. Ну, любая единица урона, она уже весома. Вот в чем дело. Топ постоянно пушится, низ пушится. Сейчас еще одна пачка крипов подойдет, и можно будет просто донести уже этот рейнджевое здание. Да, еще Джиггернаут надо заставить выкупиться однозначно. Там очень-очень-очень неприятный ультимейт. Соло залетел по майн-контролу. Не спешат Вега.
я не знаю, могут даже некуда спешить одного Рошана. Им вообще некуда спешить, они настолько выше сейчас, именно... Если бы не было этих двух снесенных сторон, то да, можно было бы там, типа, о, блин, сейчас там Джиггернаут фармить, что-то сейчас всех поубивают. А так тут две стороны уже снесены, последний оплот, центр. Причем у самих ребят из Веги еще тир 2 стоят на всех трех направлениях. Так что у них точно не получится сразу всю базу сбрить. Разве что до трона, конечно, могут попробовать ликвид пойти. Это тоже рисково. Так, ну что, Паша подпушил тем временем линию. Далеко все оставшиеся игроки к Мотовега. Ну, валяется ДД, надо бы его забрать сейчас на Вану. Но он не хочет. Он его не видел просто. Не спеша играет Вега, ну, медленно, уверенно. Их право. Да-да-да. Они могут закончить StarLadder без единого поражения. 3-0 они закончили первый групповой этап. Могут 3-0 закончить и второй групповой этап в очень тяжелой группе. И первыми в Европе квалифицироваться на лан-финалы. Ну, это хорошо будет, Паша. И уходит отсюда. Его там диффузнули. Да, ну, он еще там с блинка успел уйти. И еще уходит в Ремнант. Его тут не догнать. Опять далеко ликвиды от базы, отжали все-таки немножечко линии, но хотя на топе крипы уже заходят. Ну вот, и только там отпушил, у тебя по другому направлению забегают, только там отпушил, опять по другому направлению забегают крипы, причем героев, которые могут отпушить, их тут не слишком-то и много. Хотя за счет Магнуса количество может вырасти. Тот же Свен, например, под Эмпауэром, с четвертым кливом просто идет тут. Да, ну у Свена пока Мека и Аркантапки, это все, что есть. Мало. Баттерфляй. А вот теперь беда. Да, теперь совсем беда. Без МКБ Джаггеру теперь вообще эсэфа никак почти не убить. 2200 КП, ну, теперь его будут... Его надо опять-таки вчетвером вот так вот месить. Ну вот эсэфа БКБ нет, поэтому еще можно его убивать. Потому что все эти там молотки Свена, все это может залетать и просто не давать эсэфа убить. Пришел Свен помогать. Убивать Пашу, но Паша успел увильнуть. Да, ну вот, нарисовал только что соло. Говорит, они там, они никуда не вылазят. Ну, наверное, все-таки Рошана ждут с соло и компания. Куда им спешить? Зачем рисковать еще раз? Лучше опять иметь две жизни. В прошлый раз, кстати, бесполезно было потрачено Эгида. Будем надеяться, что в этот раз не будет. Она бесполезно потрачена. Все, Сёма должен здесь встать и стоять просто. Ну, там на топе стоит просто SF. На холд-позишене внизу стоит соло. Точно так же подпушивает и без того пушащуюся хорошо линию. Ну и остатки команды Вега стоят в миде, ждут Рошана. Тут что, попытка выхода на Рошанчика? Не знаю, могут, кстати, Пашу тут принять. Паша никого не видит. В принципе, Вега сейчас никого не видит на карте. Ну вот, спалился. Спалился только что Матумбамен. Ну, я не знаю, ликвидов сейчас может спасти просто какое-то чудо только невероятное. Ну, РП в пятерых, стан Свена туда, и под эмпауэром Свен бьет, и Джиггернаут под эмпауэром тоже всех бьет. Вот, это единственный шанс. Да. И то непонятно, хватит ли этого. Не, ну этого, я думаю, хватит реально за глаза. Ой-ой, Эмбер Спирит прыгает, тут же получает РП, Эмбер Спирит стан, и просто минус Эмбер Спирит в секунде. Прикольно прыгнул, кстати. Неплохо, да. Чё он вообще туда прыгнул? Ну, Реминант у него там стоял. Тут же ТП домой быстро делают ликвиды, потому что думают, что сюда будет идти мстить команда Вега Сквадрон, но Веге вообще пофиг. Говорит, ну потеряли Пашу, ну окей, мы всю игру теряем сегодня, какая разница. Боже, мы его теряем. Один раз больше, один раз меньше. Not interesting, но интересанте. Ну у них там, да, у них там еще SF бегает, и Бисмастер бегает. И байбэк от Эмбер Спирита, воу-воу-воу. Интересное решение. Да, ну и будут такие Рошана сейчас отбивать Вега. Должен быть в курсе, что они там посильнее пока. Ну, 10 тысяч ведут по деньгам, по XP, правда, пока практически 0.
ставятся эти пакованы воронок. И МКБ Джиггернаут уже вот-вот должно сейчас лететь. Это, кстати, плохо. Он оставляет себе на байбек, но не знаю, мне кажется, это не тот. Запрыгнул майн-контрол на хайграунд, завез Нована. Есть форстап там у Соло, если что, но на кулдауне. Вот, только что был заюзан. Проблемы майн-контрола. Майн-контрол без РП, напомним. Минус майн-контрол. Можно было ему играть, но пофиг, Куро бедный. Пытается уйти, да, у него просто секстилиард армора уже нет, но за счет этого он таки выжил. И Матуба Мэнс Блинка уходит. Все-таки пока живы, пока держатся. Да, ай, но... Джеракс вернулся. Пока держится, через 40 секунд появится Магнус, ну там вместе с Дазлом они уже, собственно, появятся вдвоем. Будет опять и РП, и все остальное, потому что сейчас дрались без реверс полярити. В принципе, его просто не было. Ну, сыра Эггис и просто идти заканчивать надо. Просто по миду идти и заканчивать. Да, конечно. Главное не торопиться. Потому что ну, почему? 20 секунд можно встрять. Зайти на не, я имею в виду, ну, в общем, не торопиться. То, что они сейчас соберутся и пойдут, это понятно. Чтобы не собрались они, один чуть быстрее собрался, да, второй да. Там, пока там штаны, в рубашку штаны заправлял. Должен еще зайти там, сюда с вами, просто стоять бить барак, все. Причем можно даже иллюзии некра, чтобы пришли били барак, проюзать надо глиф. Вега знает, что делать. Паша просто запрыгнул, падает в последние бараки, есть глиф. Все живы, ну что же, Last Chance, папа прыгнула, вообще пофиг на ультимейт. Витра себя поднимает, Матуба Мэн в драку вошел, Куро, стан, неплохо, но One две жизни. Майн-контрол двоих стянул, но One, кстати, все включил стоят. Сатаник, включил сатаник, но One и выживает Макс из ультимейта. Ну и все, и ну, он должен просто стоять, бить руки, да, вот момент уже почти урон не наносит. Ну так он себе и не купил, кстати, Monkey King Bar, хотя Магнус подвез СФ-чку, хорошо, СФ погибает, можно даже еще и Пашу здесь забрить. Ну, заряды на диффузах закончились. Ну как-то, ну совсем, ну я не понимаю, как они так дрались, ну как так вышло? Тут, смотри, задушили фату. И по-прежнему живы ликвиды. Слушай, это минус 3 сейчас будет? Или да, или нет? Ну, тут под контролем Мальсама Тумамена. Акура сейчас застанет через пару секунд. Сима. Нет, так просто отсюда не уйти. Да, и это минус 4 в очередной раз. И минус Аегис делают ребята из команды Liquid. Сыр, Аегис были потрачены. И добрали только один барак. Ну, как-то совершенно непонятно подрали здесь Вега. Не, ну, Вега, у них, типа, была задача добрать сторону, но даже с ней они толком не справились. Решили драться. Я думаю, если бы они знали этот исход вот этого замеса, то они бы, безусловно, костьми легли, но добили бы последний барак, сделали бы мега-крипов. Да, сделали бы мега-крипов, а дальше защищайтесь на здоровье. Ну, по-прежнему Liquid в игре. По-прежнему они держатся. Один барак остался. Т4 битые наполовину обе вышки. Продолжают отпушивать они лайны, продолжают как-то дышать с последних сил, держаться, но... Да, там грейдит себе диффуза Джиггернаут, покупает себе Boots of Travel, продает фейзы, сейчас к нему тревела подъедут, и... Ну, Джаггер, в принципе, опасен, весьма и весьма. Конечно, Абиссала у него нет для того, чтобы совсем кого-то подконтролить, но за счет уже грейженных диффузов и еще 8 зарядов на них... Нужно его опасаться. Вот этот СФ без БКБ, он по-прежнему такой кусочек сладкий. Да, там тем временем, кстати, поймали Куро. Куро, Магнус. Магнус, отлично, двоих, отлично. И Джиггернаут! А, это только сейчас потерянная Гида. И Гида была у... О боже, вот это вообще шок, если честно, для меня. Так, хорошо, мага нету, пытается избивать Нуан, Куро срезали. Я не знаю, что делает СФ, но он сейчас просто уедет отсюда куда-то, на гору куда-то. Кстати, плохо для... Очень, Ликвид. Зачем, непонятно, на горку его майн-контрол закинул. И фата в ультимейте отсюда. Ну, Матумбамен режет, Матумбамен просто режет, и посмотри, как он больно-то пробивает. Ах, правда, его зацепили, и... Грейв. Весь грейв. Грейв живет до конца, трипаута нету. Да, есть. Два байбека, байбек надо делать всеми и идти заканчивать. 90 секунд без Queen of Pain. Джеракс тоже в таверне. Отлично, 4 героя в таверне, байбеков нету. Все-таки прошла нужная драка, какая-то сумбурная была драка. Заталкивал куда-то Магнус, он МКБ только сейчас появляется. И в итоге Магнус затолкал на хайграунд, но получилось это еще хуже. Да, потому что рейнджевого СФа затолкал на хайграунд против милишного Джиггернаута. Ну, Бомен ворвался, почти мага убил. Да, но он пытался, конечно. Без байбека, без байбека. Ну, это не важно, в принципе, без, сейчас без, СФ его добьет. Ой-ой-ой-ой, 60 хп осталось. 60 хп осталось, падает последний барак. Магнус сделал байбек, квапы в этой игре не будет, надо по 4 идти бить, они должны понимать, что там байбека нету. Мега-крипы, нам говорит проводница поезда, или кто там у нас?
чей голос женский не слышим. Не, у проводниц обычно такой скрипучий метод. Да. Это больше. Чай да. будете? Так, ладно. У нас сейчас тут убили Матумбамена наконец. И у него действительно нет байбека. Майнд контрол пытается что-то сделать. Тоже погибает. Свен последний. Good game! Well played, GG, Грац Вега. Вега становится первыми участниками от Европы LAN-финала 13-го сезона Star серии. Ну, собственно, конгратуляции, да? Еще раз, чистое вот выступление. За вторыми. Да, чистое выступление, действительно. 3-0. Первый групповой этап, 3-0. Второй групповой этап, браво. Просто браво, Вега... Без шансов, шансов вообще никаких не оставили никому из своих соперников. Без каких-то там переигровок, без каких-то там считаний по картах. В итоге, да, в итоге все сошло к тому, что ребята просто выходят победителями с первого места, безоговорочными. И еще раз им конгратуляции. Еще мы их раз поздравляем, они могут идти отдыхать. А вот дальше в группе Б будет такое рубило, потому что на данный момент CIS Rejects имеет победу-поражение, Team Liquid имеет два поражения и Secret имеет одно поражение. Да, мы видим, No One 32,5 тысяч дэмэдж нанес. Нормально. Паша, несмотря на то, что страдал, он всю игру 20 тысяч дэмэджа все-таки нанес в этом матче. Да, побольше даже, чем Queen of Pain из вражеской команды. И больше, чем Мак, который всю игру вел, но... Не довел. Был выше он. Не, вообще хорошо сыграли Вега. Мак, начало игры тоже очень круто. Да, Мак вообще. Магнусов, Соленова. Забожил Мак. Да, Мак, Магнусов, Соленова. Именно так. В общем-то, небольшая пауза. Ну, минут 5-10, как обычно, это бывает. И мы с вами увидимся вновь на втором матче сегодняшнего дня. Кто там у нас? Альянс? Virtus Pro Альянс. Точно. Никуда не уходите. eGaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит.